Дорогие друзья, доброе время. Давайте проверим качество связи и настроение. Напишите, кто с какой страны, кто с какого региона. Вижу, что связь отличная. На связи с вами ваш друг, президент Академии «Успех вместе» Андрей Шаура. Также я являюсь сертифицированным тренером от Брайана Трейси. Сегодня у нас с вами очень важная встреча. И я всех вас рад видеть. Прямой репортаж идет с Таиланда, с острова Пхукет. Вижу, что находится на портале Россия, Казахстан, Молдова, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, Америка, Германия, Греция, Южная Корея, Дубай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Грузия, Испания, Франция, Италия и другие страны мира. Всех ждать не будем. Сразу же перейдем к делу. Чем мы сегодня занимаемся? Мы команда успешных предпринимателей, которые достигли в этой жизни многого, и мы делимся полезной информацией для людей, кто хочет изменить свою жизнь. То есть у нас благотворительная академия, Академия «Успех вместе» – это портал, который работает в более чем 180 странах мира. То есть вы получаете в подарок франшизу, она работает в более чем 180 странах мира, у вас свое любимое дело в одном телефоне, вас обучают правильно жить, путешествовать, зарабатывать, помогать людям, быть в тренде. То есть, простыми словами, здесь вы не пропадете, и ваша жизнь кардинально изменится. Наши ученики путешествуют по миру, гасят кредиты, покупают машины, квартиры, оздоравливаются, улучшают свой образ жизни. И всему этому вас будут обучать на ежедневной основе в Академии «Успех вместе». Это очень удобно, комфортно и подходит любому человеку любого возраста. И также мы через Академию будем вам давать актуальные темы заработка. То есть Академия «Успех вместе» – это многофункциональный инструмент, который помогает вам достигать больших результатов. Хорошо, если у вас есть ручка и ежедневник, чтобы записать определенные моменты, для того, чтобы у вас был определенный правильный рост. Вообще все, друзья, начинается в первую очередь с мышления. Чтобы изменить свою жизнь, нужно изменить мышление. Потому что мысль дает действие, действие дает награду. И нужно повторять действия успешного человека, а также быть послушным системе и тренеру. То есть очень важно выполнять рекомендации, слышать наставника, дополнять наставника. Потому что когда ты учишься у людей, которые уже чего-то достигли, то ты достигаешь большего. При условии, если ты эти знания проектируешь дальше в своей жизни. И для этого необходимо повторять шаги наставника. То есть, простыми словами, быть сфокусированным, делать то, что нужно сейчас, и это приведет тебя к большим результатам. К сожалению, многие люди живут по-другому. Они находятся, скажем так, в ситуации, где у них нет тренера, где нет наставника, где у них есть обычная работа, обычные соседи. И это, к сожалению,
человека не развивает, потому что он находится среди людей, у кого есть кредиты, кто болеет, кто неправильно питается, кто неправильно зарабатывает. И поэтому большинство людей на планете Земля официально считаются бедными. То есть официально считаются бедными, потому что более 700 заболеваний на планете Земля есть. И более 80% людей официально считаются нездоровы. И самое, что интересно, 80% людей закредитованы, то есть имеют кредиты. Представьте, насколько сегодня люди бедно живут, что, во-первых, из 1000 человек более 800 официально нездоровы, и из 1000 человек более 800 закредитованы. Потому что они общаются между собой. Потому что они повторяют ошибки бедных людей. И чтобы твоя жизнь изменилась, тебе необходимо изменить круг общения. Тебе необходимо начать делать то, что делают успешные люди. И тогда твоя жизнь кардинально изменится. То есть вот что я хочу вам сказать в данном случае. Если мы начинаем это делать правильно, то мы начинаем расти. Для этого необходимо сегодня осознать, что вам нужно. Я лично осознал, что мне необходимо быть послушным, дисциплинированным. Мне необходимо слышать и слушать людей, которые живут лучше меня. То есть я не должен слушать людей, кто живет хуже меня, потому что если я буду прислушиваться к мнению людей, которые закредитованы, которые, скажем так, неуспешны, то я буду похожим на них. Поэтому лично я выполняю рекомендации тех людей, кто действительно успешен, и благодаря этому моя жизнь меняется. Благодаря этому я посетил более 50 стран мира. Помог многим людям на планете Земля улучшить качество жизни. Благодаря этому у меня появилось очень много автомобилей в автопарке. То есть правильное мышление, оно передается от успешных людей. И тогда наша жизнь становится похожа на сказку, и она есть сказка. Вот это нужно осознать. То есть, если мы хотим чего-то большего, чем у нас есть, то мы должны находиться среди тех людей, которые лучше, чем мы. Тогда наша жизнь действительно будет успешна. Большинство людей, к сожалению, смотрят кино, смотрят телевизор, общаются с неудачниками, пьют, курят, матерятся, дерутся, завидуют, оскорбляют, думают, что слишком умные, то есть считают себя умнее других людей. То есть большинство людей, у них мышление, понимаете, такое обиженного человека, бедного человека. То есть большинство людей, к сожалению, скажем так, себя ставят всегда выше других. Хотя на самом деле живут с большими проблемами в области здоровья, в области семейных отношений, в области кредитов, в области работы. У них нет времени, у них нет денег, у них нет машин, квартир, нет путешествий. Но они якобы умнее. И вот в Японии есть такая мудрость. Да? И мудрость там заключается в том, а почему ты такой мудрый, но бедный? Ну или простыми словами, почему ты такой умный, но бедный? Потому что действительно все начинается именно
с нашей мысли. И вот как ты думаешь, так ты и живешь. Поэтому думать нужно, понимаете, друзья? Более гибко, более правильно, более последовательно. То есть нужно повторять действия успешного человека. Тогда ты будешь сильным, успешным, активным, потому что успешный человек, он не может быть слабым. И тогда ваше окружение, ваши дети, ваши друзья, ваши партнеры будут копировать вас. То есть, если вы успешны, сильны и активны, то рано или поздно ваши дети скопируют вас. Если вы пьете, курите и материтесь, ваши дети скопируют слабого человека, и они будут слабыми. То есть вот это нужно понимать. И поэтому нужно четко осознать, чтобы достигнуть больших высот, необходимо измениться. То есть, если мы хотим чего-то достичь, необходимо измениться, и тогда изменится твоя жизнь. То есть планета Земля, она не меняется. Она и так прекрасна. И что должен человек осознать? Что в первую очередь ему нужно измениться. Если он изменится, то его жизнь, естественно, будет лучше. Поэтому мы должны с вами сегодня понять, что мы хотим в этой жизни, как мы хотим жить. Если мы хотим жить так, как живет большинство людей на планете Земля, то нам ничего менять не надо, потому что 80% это людей, люди, которые не управляют своей жизнью. 80% людей в жизни, они ничего не достигли. 80% людей в жизни, ими управляет телевизор, ими управляют компьютерные игры, ими управляют газеты, журналы, ими управляют аптеки. Вот аптека. Более 7 миллиардов на планете Земля есть. И аптека создана для того, чтобы доить людей. То есть, есть определенные корпорации в мире, которые создали, скажем так, сеть аптек не для того, чтобы лечить людей. Потому что лекарства людей не лечат. Лекарства купируют болезнь. А для того, чтобы люди туда отдавали деньги. И сеть аптек, фармацевтика, в общем, разные вот эти вот направления, они дают гораздо больше товарооборот, чем нефть, чем золото. Потому что люди, скажем так, каждый день тратят деньги на продукты питания, на лекарства, на какие-то крема, на разные, скажем так, компоненты красоты. Это большая индустрия. И всю зарплату обычно человек, почти всю, именно тратит ежемесячно почти всю зарплату на продукты питания, на аптеки, на лекарства, на лечение, на красоту. Но на самом деле человек может не болеть. У человека есть 79 органов. Главный орган – это мозг. Мозг управляет всеми 79 органами, а мозгом, мышлением, управляет человек. И если человек успешный, если человек счастливый, если человек уверенный, то его мозг управляется им лично.
Следовательно, 79 органов тоже управляются им более правильно. И вот, чтобы изменить жизнь, нужно забыть старый опыт, забыть старые навыки. То есть всему тому, что вас учили в школе, в институте, всему тому, что вас учили по телевидению, в Ютубе, в соцсетях, в книгах. Потому что большинство книг, большинство информации в Ютубе, большинство информации по телевизору, большинство информации в мире – это информация, которая управляет людьми. Не ради человека, не в пользу человека, а, скажем так, кто-то владеет этими корпорациями, отправляет информацию в мир и стрижет бабки. Простыми словами, кто-то людей вводит кредиты, кто-то людей вводит стрессы, в панику, кто-то людей вводит, друзья, в состояние апатии, люди берут кредиты, акции, люди кушают неправильную еду, потому что хлеб, например, дрожжевой есть нельзя. Дрожжи не выводятся 30 лет из организма. Но в магазине продается, в принципе, практически только хлеб, созданный на дрожжах. Следовательно, дрожжи не выводятся из организма 30 лет. Дрожжи, помимо этого, в организме вредные какие-то еще другие компоненты, ну, скажем так, заставляют остаться. Дальше сахар. Сахар – самый вредный элемент, который выводит все полезные витамины и минералы. То есть, если дрожжи остаются и всю грязь собирают внутри организма, то сахар, наоборот, выводит полезные витамины и минералы, которые должны бороться. Так вот, если человек немного знал, как правильно жить, то ему аптека, в принципе-то, не нужна. Потому что он не должен лечить болезнь. Человек, он, ну, понимаете, он и так здоровый. Если он будет знать, что нужно пить воду 2-2,5 литра воды в сутки, если он будет знать о том, что нужно есть определенные продукты, если он будет знать, что существует в мире технология, которая позволяет сделать микроперекус. То есть, и простая мысль заключается в том, что Elevate – это натуральное питание, созданное из овощей, трав, фруктов, грибов. Это микроперекус, который заменяет обед или завтрак, который заменяет более 30 баночек, БАДов, витамин, мелких лекарств, основанных на травах, таблеток бросить пить, курить, разных диет. И стоит это всего 100 рублей в день. То есть, если бы этот человек знал, то он бы каждый день заменял бы процесс обеда или завтрака, микроперекус. Да? И получается, омолаживал бы свой организм. Ну а для тех людей, кто там вот в чате пишет, там не все так просто, надо еще заниматься простым спортом и так далее. Вы, если пришли на встречу, вы сначала дослушайте, а потом умничайте. Я только что об этом говорил. Почему такой умный, но бедный? Почему такой умный, но больной? Почему такой умный, но неуспешный? То есть, естественно, то есть, если мы хотим быть успешными, то мы должны понимать, что наш организм, он создается из нашего образа жизни. 20% это генетика, 20% это экология, 10% это медицина, профилактическая медицина. 50% образ жизни – это питание, это вредные привычки,
Это физические нагрузки, то есть гимнастика, зарядка, определенные спортивные упражнения. Это условия труда. Понимаете, да? И что получается? Получается, если человек будет знать определенные успешные действия в сторону своего успеха, то он болеть не будет. Он будет здоровым, красивым, молодым. Если он будет знать, где зарабатывать и как зарабатывать, у него не будет проблем. И вот если мы хотим что-то изменить в своей жизни, то мы должны начинать это делать с себя. Почему? Потому что это очень важно. То есть мы должны начать менять свою жизнь с себя. И вот я раньше, там вот Тёма пишет, я, говорит, без сахара не могу. Я тоже сахар раньше ел. И без сахара не мог пить чай. Но сегодня я знаю, что сахар приводит к заболеваниям. Если я буду продолжать кушать сахар, значит, я не люблю себя. То есть идея правильной жизни заключается в том, что знать и делать – это две разных вещи. И в первую очередь мы должны с вами, понимаете, наконец-то не знать, а делать. То есть вот уже пора перейти из стадии знать в стадию делать. Потому что здоровым быть просто, молодым быть просто, полезным быть просто, успешным быть просто, богатым быть просто. Но если мы завтра опять пойдем на завод, если завтра мы пойдем опять в охрану, если мы будем продолжать работать за 20 тысяч рублей, то наша жизнь никогда не изменится. Потому что мы будем продолжать делать то, что делает нас бедными. Простыми словами, если мы не откажемся от 20 тысяч, то к нам 100 тысяч не придет. Если мы не откажемся от 100 тысяч, к нам не придет миллион. Понимаете? Вот в чем идея. И вот когда мы начнем с вами находиться в кругу успешных людей, копировать действия успешных людей, выполнять их рекомендации, то у нас появятся деньги, у нас появится здоровье, у нас появится время, мы будем путешествовать, мы будем наслаждаться, мы будем полезными людям, мы будем помогать, мы будем счастливы. И это не так сложно, как вы думаете. На самом деле это очень просто, это очень удобно, это очень комфортно, если ты начинаешь жить по-новому. Начнем с вами. И теперь давайте с вами, уважаемые друзья, поговорим вот о чем. Вам нужен наставник, вам нужен успешный человек, который достиг больших высот в сфере финансов, в сфере здоровья, в сфере времени, в сфере путешествий. То есть вам нужен пример. Дальше нужно в шаг идти за этим человеком, слушать и слышать этого человека, потому что придет такой момент, если вы не будете, значит, слышать, то успешный человек снимет с вас внимание. То есть он просто забудет, что вы есть, и будет уделять другому человеку время. Время – это главный ресурс человека. И у любого успешного человека есть 24 часа в сутки. Если вы будете мямли, если вы будете неактивным, если вы будете непослушным, если вы будете, скажем так, делать то, что хотите, то вот это время успешный человек вам уделять не будет.
То есть он вот это время, вот это вы, возьмет и в другую сторону повернет. То есть он возьмет и развернет в другую сторону и будет уделять время другому человеку, кто хочет быть олимпийским чемпионом, кто хочет быть чемпионом мира, кто хочет быть здоровым и успешным. Так вот, бойтесь, находиться среди неуспешных людей. Потому что жизнь устроена таким образом, что мы повторяем себе подобных. То есть наши дети становятся нами, если мы делаем какие-то действия, они их повторяют. И вам нужно найти человека, систему, команду, следовать всем рекомендациям, строго вкладывать все свое время, 100%. И тогда успешный человек передаст вам частицу знаний. То есть он будет вкладывать в вас. И таких примеров очень много. В спорте, в политике. Ну, например, в политике очень такой яркий пример Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Владимир Путин вложил в Медведева, потому что Медведев был послушный, преданный, и поэтому Медведев стал президентом и министром. Есть такие же примеры в спорте, в шоу-бизнесе. Талантливый Киркоров, талантливый Галкин, они сфокусировались на своем результате, они отдали частичку себя Алле Пугачеве, и Алла Пугачева их еще, скажем так, раскачала более талантливых и сделала их еще более знаменитыми. Это в шоу-бизнесе пример. Возьмем пример из спорта, где тренер выводил в хоккейную команду или в футбольную команду людей, которые были дисциплинированными, дальше добрыми, дальше энергичными, дальше последовательными, дальше, то есть исполнительными. Вот в футболе и в хоккее побеждают не звезды. Звездные команды и звездные хоккейные команды, они всегда рано или поздно проигрывают команде, в которой есть команда. То есть там, где есть слаженность, там, где есть, понимаете, не индивидуальные качества, а командные качества. Простыми словами, вот мы когда в футбол играли, иногда бывали такие игроки, водилы. Берет мячик и водит. И в хоккее также. Этих игроков никто не любит. Потому что рано или поздно они потеряют мячик, шайбу, запорят, в общем, игру. Любят в хоккее и футболе людей, кто вовремя отдает пас, кто вовремя отходит в защиту, кто вовремя идет в атаку, кто вовремя бьет по воротам. Кто уловил, друзья, идею? Вот в этом и есть смысл успеха. То есть смысл успеха заключается в том, чтобы стать частью чего-то большого. Вот Apple – это бренд. Microsoft – это бренд. Вот нужно стать частью чего-то большого и великого. И корпорация «Успех вместе», она сегодня работает в более чем 180 странах мира. И корпорация «Успех вместе» – это бизнес в одном телефоне. Это франшиза, которая дарится в подарок, это франшиза, которая помогает людям, это франшиза, которая улучшает жизнь людей на планете Земля и помогает с высокими технологиями. То есть технологии, которые нужны людям. И что мы должны понимать?
мы должны понимать, что сегодня есть знания. В академии каждый день проходят разные встречи. Завтра запишите 8 мая в 14:00 Москвы. 14:00 Москвы будет встреча. И вам необходимо сделать следующий шаг к своему успеху. Можно, конечно, поехать на шашлык, можно бухать, можно смотреть телевизор, но это опять путь никуда. Потому что сделал шаг один, сделай шаг два. Сделал шаг три, сделай шаг четыре. Сделал шаг четыре, сделай шаг пять. То есть, простыми словами, нужно делать шаги последовательно. Последовательно. И тогда ты достигнешь высот. Каждый день есть одна встреча. И вот 8 мая в 14:00 Москвы приходи и получай следующие шаги, следующие знания. Сегодня мы не будем долго говорить про знания, про стратегию. Вам необходимо познакомиться с академией, изучить академию, понять, как она работает, понять схему, как зарабатывать деньги и стать командным игроком. Но сейчас я вам подскажу определенные моменты, которые вам будут полезны. Смотрите, ситуация значит такова, что в данном случае вот мы живем в современном мире. И здоровье человека – это очень хорошо. Но если нет денег, это очень плохо. С этим все согласятся. Поэтому давайте поговорим, где нужно зарабатывать в современном мире. Вот, например, работа в поле и работа на заводе сегодня не делает людей богатыми. Потому что люди, кто работает в поле и на заводе, иногда не могут купить детям мороженое, за свет заплатить, к ним приходят приставы. Поэтому нужно осознавать, что работа в поле и работа по найму не делают людей богатыми. Классический бизнес, естественно, вот, в своем определенном таком уже мире малая модель не работает. Нужна большая модель, Метро, Макдональдс, Starbucks. Чтобы классический бизнес поднимать, нужны большие деньги, а у обычных людей нет. Значит, тоже не подходит. Сетевой бизнес, но он имеет плюсы и минусы. То есть ты ограничен определенным офисом, ты ограничен определенным городом. Это тоже прошлый век. Сегодня нужно понять, что все деньги в сети. То есть все деньги в сети. Что это означает? Сеть, она дает деньги. Следовательно, когда ты работаешь по найму, значит ты не можешь быть в сети. И тебе нужно стать создателем потребительской организации, которая потребляет полезные продукты для семьи, для техники, что улучшает качество жизни. И у нас есть современные продукты питания, которые нужны каждому первому человеку, одобренные лучшими профессорами в мире. И вот что происходит с людьми. Люди приходят в академию вот такими, становятся дальше вот такими. То есть происходит процесс омоложения, минус 10-40 килограмм, давление в норму, сахар в норму, люди в аптеке не ходят,
Я лично 28 месяцев не хожу в аптеку. То есть что получается? Существует современное питание, которое омолаживает людей любого возраста, продлевает жизнь на 15-30 лет, позволяет делать микроперекус заместо завтрака или обеда, улучшает работу пищеварительного тракта, уходят прыщики, уходят лишние килограммы, появляется мышечная масса, глаза горят, витилиго убегает, природная пластика, вы видите, как люди вытягиваются, стройнеют, морщинки уходят, рождаются красивые и здоровые дети. У людей, кто постарше, происходят большие изменения, уходят боли в суставах, в сердце, улучшается зрение. У девчонок убегает целлюлит, кто постарше, бока, экзема, псориаз. То есть современное питание за 100 рублей всего в день, и это сплошная экономия на продуктах питания, лекарствах, БАДах, витаминах. Этот продукт, значит, помогает со временем. Ты не хочешь чай, ты не хочешь кофе, ты не хочешь сахар, ты не хочешь алкоголь, ты не хочешь сигареты, потому что твой мозг получает питание, и ты не стрессуешь. И вот это вот современное питание, которое может закрыть все аптеки в мире, при условии, если человек будет это кушать с детства. Есть питание для взрослых людей, есть питание для детей. Принцип работы одинаковый. То есть детское питание дает энергию, дает молодость, дает здоровье, профилактику, детское питание. Называется GRG 8 Kids. Great Kids, в общем. Great Kids – это значит великолепные дети. То есть питание для детей, питание для взрослых, цена 100 рублей в день, микроперекус, профилактика более 700 заболеваний. И как на этом заработать? Ну, во-первых, вы себе берете продукт, вы уже зарабатываете. То есть вы в больницу не ходите, в аптеке не ходите, вы молодеете, у вас подтягивается все. Плюс вы еще делаете зарядку, плюс вы еще пьете 2-2,5 литра воды. Вот это питание очень удобно. Одна капсула запивается стаканом воды, либо разжевывается. Это пищевая смесь взрослая. Детская потребляется также у детей в саше. И еще есть ночное питание, которое во время сна делает массаж человеку, питает клетки кислородом, омолаживает человека. И вот это действительно очень важно и нужно. И как на этом можно заработать? Об этом можно рассказать друзьям, родственникам, знакомым, сделать заметки в соцсетях. Друзья, напишите в чат, пожалуйста, у кого из вас какие результаты в семье по продукту. И вот получается, вы делаете заметочку про продукт, рассказываете друзьям. Друзья и люди у вас ничего не покупают, они регистрируются в магазин по специальной ссылке они регистрируются в магазин, и вы получаете процент на свой кошелек. То есть вот такая вот ссылочка. Они регистрируются, делают покупку, продукт приходит домой, люди делают заказы, вы получаете проценты.
У магазина, это интернет-магазин, 9 видов дохода. 9 видов дохода. И вам платится за первую покупку 50%. То есть какая-то семья купила на $50 продукта, то $25 вам начислили первый раз в жизни за их покупку на банковскую карточку. То есть, простыми словами, вы рассказали человеку, он в магазине сделал покупку, и вам $25 начислили за покупку, если он купил на $50. 10 человек – $250. Это бонус, который платится один раз в жизни. За $50 – $25 за первую покупку. Так как у компании 9 видов дохода, я вам все рассказывать не буду. Первый вид дохода – это за первую покупку $25 в подарок, если человек купил на $50. Если человек купил на 37, на $90, вам начислят от баллов, 75 баллов, $37.5. И еще в магазине есть бонус, называется бонус жизни. Если 20 человек в магазине будут делать покупку через интернет, то есть вы никак не привязаны ни к чему. Регистрация в магазин в подарок, вложений нет, риска нет. И второй вид дохода – это когда вы приглашаете в магазин 4 семьи, 4 семьи делают покупки в магазине, эти 4 семьи еще приглашают 4 семьи, и 20 человек по миру – это и есть сеть. То есть 20 человек по миру – у вас создается потребительская сеть. А в потребительской сети деньги. Starbucks, McDonald's. То есть чем больше сеть, тем больше денег. А вы создателем становитесь этой сети. И вам платят на счет $500 за структуру 20 человек. $500 – это достаточно хорошие деньги. То есть на работу охранникам уже нет смысла идти. Понимаете? То есть ты пригласил 4 семьи, и они по 4. 20 человек в магазине, делают товарооборот $1800, и тебе $500 начисляется. И, друзья, напишите в чате, кто сколько здесь подрабатывает денег через интернет. Лично я заработал в интернете несколько миллионов долларов, а по профессии инженер. То есть, вот таким простым образом, находясь на Мальдивах, находясь в Лас-Вегасе, находясь в Таиланде, находясь во Вьетнаме, через интернет, не вкладывая денег, ничем не рискуя, приглашая людей в Академию «Успех вместе», информируя их о новых технологиях, мне удалось заработать несколько миллионов долларов. То есть несколько сот миллионов рублей. Я по профессии обычный инженер. Я просто вовремя понял, что нужно дружить с наставником, что нужно быть послушным, дисциплинированным, что нужно повторять его рекомендации, нужно слышать его, и тогда ты достигнешь больших высот. То есть в интернете самые большие деньги, потому что интернет – это сеть. Это большая сеть. И когда вы это поймете, вы будете большими. Это очень важно. Теперь следующий нюанс. Такой. Это один из видов заработка. То есть интернет-магазин, где есть правильное питание, где есть омоложение,
Также сейчас я с производителем. У нас есть производство в штате Юта. Договариваюсь о выпуске современного питания для лица. То есть питание для лица, которое будет заменять 30 баночек кремов. На этом тоже можно деньги зарабатывать. То есть, создав одну сеть, люди будут приобретать полезные продукты питания для лица, для тела, для клеток. И вы будете получать процент за сеть. Так понятно, друзья? То есть это очень удобно, это очень комфортно. Это дело у нас в одном телефоне. Ты ничем не рискуешь. Никаких вложений нет. Ты находишься на Байкале. Ты находишься на Мальдивах. Ты находишься в горах. Но деньги зарабатываешь при условии, если ходишь в Академию Успех вместе, как на любимую профессию. Я бы не назвал слово работа, а вот ходишь каждый день по расписанию. Завтра будет 8 мая 14:00 Москвы. И я надеюсь, вас завтра будет гораздо больше, чем сегодня. Потому что завтра я вам раскрою еще больше секретных фишек. И кто сегодня первый раз пришел, если вас заинтересовала тема, вам нужно связаться с человеком, кто вас пригласил. Для этого нужно нажать кнопку вот здесь «Менеджер». Нажимаете кнопку «Менеджер». Открывается вот такая страничка. Давайте нажимаете «Менеджер», открывается вот такая страничка. Здесь будет Skype, телефон, WhatsApp человека, кто вас пригласил. Пишите ему, что я был на встрече, мне все понравилось, хочу учиться. Добавьте меня в чат Telegram. Мне необходимо действовать. Я хочу уволиться с завода. Я хочу погасить кредиты. Я не хочу больше быть бедным. Я не хочу слушать бедных родственников. Я не хочу слушать бедных соседей. Я хочу быть богатым, успешным человеком. И что происходит? Вы начинаете учиться. Вас учит наставник, вас учит лидер, вы копируете действия, начинаете выполнять, и ваша жизнь в течение 6-24 месяцев кардинально меняется. То есть вот так это происходит. Естественно, это очень комфортно, удобно, ничем не рискуя, зарабатывать деньги, нет вложений, нет риска, бизнес в одном телефоне. Вот здесь в чат вам скинули полезную информацию. Добавиться в чат Telegram, изучить, как настроить робота, изучить, как зарегистрироваться. Жмете «Менеджер», связывайтесь, кто вас пригласил. Жмете «Забрать подарок», регистрируйтесь в магазин. Все по-английски, это как магазин eBay, AliExpress. Вводите имя, электронную почту, жмете кнопочку, попадаете в такой магазин, денег не заплатили, спускаетесь вниз, и у вас появляется предпоследняя ссылка для приглашения других людей. Так вот, представьте, сейчас у нас есть детское питание, потом у нас есть взрослое питание с утра или в обед, есть взрослое питание на ночь. То есть у нас есть три продукта. Скоро появится питание для лица. Также взрослый продукт еще новый. Представьте, сколько денег вы можете зарабатывать, если эти продукты реально омолаживают, если эти продукты реально помогают людям, если результат налицо, вы будете зарабатывать очень много денег. Естественно, вы уволитесь с работы, будете путешествовать по миру, будете зарабатывать. Еще одна подсказка. Мы зарабатываем за счет того, что у нас есть система. То есть у нас есть система, называется она «Успех вместе». Вообще знакомство бизнеса мы начинаем через систему. Система рассказывает про продукты, система рассказывает про возможности,
И система «Успех вместе» помогает другим людям в шаг повторять действия. Смотрите, что такое система «Успех вместе». Это академия, которая работает в более 180 странах мира, где тебе выступать не надо, где тебе обучать не надо, где будут обучать успешные люди, бизнес-тренера, миллионеры, профессора. То есть это очень удобно, когда за тебя твоих приглашенных обучают профессионалы. Эта система каждый день проводит одну минимум встречу. И 8 мая в 14:00 Москвы, вот здесь в расписании сейчас появится, как вот эта встреча завершится, вот здесь появится 8 мая, 14:00 Москвы, следующая встреча. И вам нужно прийти на эту встречу, вам нужно зарегистрироваться в академию. У кого нет академии, нажмите кнопку «Создать аккаунт» вот здесь внизу. Запомните все данные, запомните логин, это ваша почта и пароль, и потом зайдите вовнутрь системы. И вот эта система помогает вам обучаться. Целый год вы не платите ни копейки за обучение от профессоров, от бизнес-тренеров, от богатых, успешных людей. Все знания получаете в подарок. Дальше. Вы можете купить робота. Это первое, что вам необходимо сделать. Вы заходите, оплата офиса. Робот стоит, так как проект благотворительный, копейки. Месяц стоит 400 рублей, а если берете на год, то робот стоит 267 рублей в месяц. Что дает вам робот? Вы купили робота, вот видео, как это сделать. Заходите в профиль, ставите свою фотографию, пишите о себе и заходите в интернет-магазин. Спускаетесь ниже, вот здесь копируете ссылку на магазин, предпоследнюю, и ставите в робота ссылку на Бэйбик. Внизу придумываете робота, жмете, ну, название робота Петров Сидоров, жмете «Сохранить». У вас в разделе «Настройки» появляется внизу ссылка для посещения гостями конференции. То есть вы, если купили на год робота, то 267 рублей в месяц стоит ваша ссылка за место офиса в городе, за место проектора, за место того, чтобы собирать людей в кафе. То есть вам не надо платить за чай, вам не надо платить за салат. Вы просто людям скинули свою ссылку для посещения гостями конференции, они на нее нажали, зашли в прямой эфир, нажали кнопку «Менеджер», увидели вас, нажали кнопку «Забрать подарок», зарегистрировались. Зарегистрировались в магазин. Они сделали покупку и вам начислили деньги. Друзья, скажите, пожалуйста, это удобно? Вот это удобно, когда смотрите, за вас проводят презентации, тренинги. Вы просто направляете людей через свою ссылку каждый день, делая платную, бесплатную рекламу, приглашая людей через WhatsApp, Telegram, Skype. Завтра я расскажу про методы приглашения в интернете, поэтому завтра в 14:00 Москвы пригласите много людей. Я проведу завтра презентацию плюс мини-тренинг по соцсетям. Я расскажу, как можно легко выполнять определенные действия каждый день и в будущем получить определенные преференции. Понимаете, да? И теперь смотрите, что мы еще должны понять. Вот этот робот, он дает вам кнопочки, статистику. И вот здесь у вас есть, видите, сегодня 7 мая, и вот в прямом эфире находятся люди, видите, которые слушают информацию. То есть это очень удобно. Люди сейчас в прямом эфире зашли, слушают информацию. Если им это понравилось, то они будут богатыми. Если им это не понравилось, они будут работать на той работе, на которой работают. То есть, простыми словами, человеку, которому сегодня не понравилась информация, надо будет потом всю жизнь кусать локти. Потому что он будет работать на нелюбимой работе, потому что ему сегодня ничего не понравилось. Потому что он не понял смысл жизни,
Он будет продолжать ходить на нелюбимую работу и работать на дядю. Но ты-то, дорогой мой друг, не такой же дурак. Ты нажмешь сейчас кнопочку менеджер, вот здесь нажимай менеджер, свяжешься с человеком, кто тебя пригласил, по WhatsApp, Telegram. Ты нажмешь кнопку «Забрать подарок» и сделаешь регистрацию в систему обучения и бизнеса. «Забрать подарок» нажимаешь, вводишь все по-английски, это магазин международный. И вот тут данные, как это сделать. Ты сейчас вот это все скопируй себе на рабочий стол, в заметку и выполни условия. И потом настрой робота. И робот, видишь, что делает? Он показывает, кто был, что делал. Эти люди могут связаться с тобой, ты можешь связаться с ними. И, естественно, благодаря этому у кого-то будет большой бизнес. То, что он смышленный, то, что он дальновидный, то, что он мудрый. Понимаете? То есть речь идет о том, что если вы начнете фокусироваться на тех действиях, которые сделают вас богатыми, вы будете успешны. Но, конечно, весь секрет – это в роботе успех вместе. Это в системе успех вместе. Мне эта система помогла зарегистрировать в первую линию 8533 человека. Я научился этому не сразу. Поймите одно. Робот работает для тех людей, кто научился им пользоваться. И я понял, что я лучше научусь пользоваться роботом, чем буду работать в шахте. Я лучше научусь роботом, чем буду работать на дяде. И у меня получилось, правда, не сразу. Поэтому, друзья, все, кто сегодня пришел первый раз, прямо сейчас получите бизнес-подарок. Нажмите «Забрать подарок», заполните, и у вас будет вот такой интернет-магазин. Сделайте в подарок регистрацию в Академию «Успех вместе». И у вас будет на год система обучения. Купите робота на месяц всего за 400 рублей, а на год за 267 рублей в месяц выйдет. Настройте его, научитесь им пользоваться. Внизу я скинул тренинги, как роботом пользоваться, что делать. И хорошая новость. Одно направление, которое мы развиваем, это у нас сфера здоровья. То есть мы продвигаем энергию для здоровья человека. А обратите внимание, что еще есть очень актуальная тема – это энергия. Об этом мы тоже завтра поговорим. То есть одна тема – здоровье для человека, энергия. А вторая тема – энергия для техники. Ведь человек сегодня живет среди техники. Если вы думаете, что техники мало в мире, то вы заблуждаетесь. Техники очень много в мире. Кто в ваших городах видит вот такое подобное, ну скажем так, стечение обстоятельств? Кто в ваших городах видит вот такие вот трудности? Много техники, вредные выбросы, техника заправляется бензином, дизелем, газом, цена на топливо растет, качество топлива и цена людям не нравится. Согласны? Это большая проблема. И мы продвигаем вторую тему, и скоро мы объявим Академии «Успех вместе» о суперзапуске новейшей версии, скидка на любой заправке 15-20%, плюс качественное топливо, и люди будут заправляться не за 40 рублей, а за 30 рублей. Скажите, это выгодная тема, на этом можно заработать? Когда человек заправляется не за 40, а за 30, более качественным топливом, в топливом, где есть энергия, топливом, где есть защита экологии. Да, и вот вторая тема, которую мы будем продолжать продвигать и запускать, это энергия для техники. Сейчас мы подготавливаем современные сайты,
подготавливаем определенные фишки. И завтра 8 получается мая в 14:00 Москвы я об этом вам расскажу. Это будет очень круто. Понимаете? Друзья, нужно просто понять, что будущее вы создаете сами своим настоящим. Вот то, что вы сегодня делаете, это и есть ваше будущее. Академия «Успех вместе» – это будущее. Это бизнес в более чем 180 странах мира. Это возможность быть богатым и успешным. Это возможность помогать людям. Понимаете? И мы зарабатываем деньги через интернет. Еще «Успех вместе» планирует магазин «Успех вместе». То есть у нас будет система обучения «Успех вместе». У нас будет робот «Успех вместе». И у нас будет еще собственный магазин «Успех вместе», то есть где будут продаваться наши технологии, которые принадлежат нашему магазину. То есть, простыми словами, «Успех вместе» становится самой большой в будущем корпорацией в мире, которая будет менять жизни людей и дарить людям пользу. Так что будущее у нас с вами невероятно, ну скажем, такое полезное, качественное. И я очень рад, что если вы это поймете. Есть еще одна хорошая новость. Вот вам, что надо выполнить, я все скинул. Есть еще одна хорошая новость. Меня попросили партнеры организовать где-то с 20 по 25 мая начать проводить тренинг. Остров Пхукет. Остров Пхукет. Пхукет, Таиланд. Значит, запишите. Остров Пхукет. Начало тренинга где-то 20, 22, 25 мая. Сейчас решаю. И планирую собрать от 30 до 100 человек. Сейчас думаю, какую программу создать. Тренинг благотворительный. И любой из вас может оказаться на этом тренинге, где мы жить будем сейчас решается. Возможно, это вот такая вилла с вертолетной площадкой. А может быть, это будет вот такая вилла. Может быть, это будет, скажем так, отель возле моря. Тренинг благотворительный. Вам надо сейчас посмотреть, сколько стоит билет. Я сейчас вам дам две подсказки. Билет на самолет, например, с вашего города. Вы живете в городе Москва до Пхукета и обратно. Раз. И плюс, посмотрите, есть такое понятие турпакеты. Турпакеты, самый дешевый турпакет, посмотрите. То есть бывает просто продажа билета туда-обратно. Это без проживания. И самый дешевый, посмотрите, билет плюс проживание в самом дешевом отеле Пхукета. Вы там жить не будете. Вы берете просто самый дешевый отель туда-обратно. Возможно, это будет дешевле, чем просто купить билеты. Надо вам посмотреть, есть ли такие у вас чартеры. Это называется чартер. Когда ты летишь, ты платишь за самолет и за отель сразу, и это недорого. Самый дешевый вариант, посмотрите. А переедете жить потом, к примеру, на виллу. Ну, то есть вот так. То есть посмотрите два варианта. Если у вас вылет, в какие дни у вас есть вылет, потому что начать планируем либо 20, либо 22, либо 25 мая, сейчас решаем. И вы посмотрите, и сегодня-завтра отпишитесь топ-лидерам, дайте обратную связь, свяжитесь, значит, с Маргаритой Вельц, с Андреем Шаура по вашей структуре, с Николаем Турушевым, Иван Вовк, Айгуль Газезова,
Аэлита Мустафаева. То есть, простыми словами, выйдите на связь, скажите, что вы хотите лететь, что вы хотите получить знания. Что будет? Тренинг будет идти 12 дней. 12 дней вы будете просыпаться и выполнять все, что буду делать я. То есть есть вы будете только то, что буду кушать сам лично. Зарядку будете делать лично со мной. Плавать будете лично со мной. Мыслить будете вместе со мной. Молиться будете вместе со мной. Зарабатывать деньги, учиться в интернете будете вместе со мной. Стоит такая программа примерно 1 миллион долларов. Вы получите часть этой программы в подарок, то есть вы ни копейки не заплатите. Простыми словами, вы представьте себе, вы будете молиться, вы будете кушать, вы будете делать зарядку, вы будете вместе плавать, вы будете вместе отдыхать, вы будете вместе получать знания, что непонятно будете спрашивать. Стоит это в районе миллиона долларов, но тренинг благотворительный, ни копейки с вас лично я брать не буду. Это нужно понимать. От вас нужно что? Желание узнать цену на самолет туда-обратно. Это один вариант. Второй — узнать цену на самолет туда-обратно плюс гостиница туром. Есть такое понятие — турпакет. То есть вам нужно узнать две цены. Турпакетом — это когда вы в агентстве узнаете самый дешевый вариант. Самая плохая гостиница. Но в ней потом не живете. Но просто билеты обходятся дешево. И второй вариант — просто узнаете стоимость билета туда-обратно. И потом думаем, как лучше организовать. Сейчас нужно подать заявку, что это вам надо. Вовк, Вельц, Шаура, Мустафаева, Газезова, Турушев ждут от вас заявки. И сейчас посмотрим, сколько у вас будет человек. Планируем 30-100. И от этого будем исходить даты, возможности. Это будет очень крутой тренинг, потому что на этом тренинге я передам вам частичку любви, мышления, процветания, богатства. В каждого из вас вложу вот сердце, и вам нужно будет просто потом это делать. Вы будете в будущем зарабатывать большие деньги. При условии, если приедете не наполненным, а опустошенным. Все, кто наполненные приедут, мне не подходят. Говнюки, тунеядцы, лентяи, люди, которые недобрые, умные, не приезжайте. Просто не подходите по стандартам качества. Кому можно приехать? Люди, у кого есть свободные деньги, люди, у кого есть улыбка, тот, кто приедет для того, чтобы стать в будущем успешным человеком, то есть тот, кто захочет быть счастливым, тот, кто будет помогать людям, потому что вам будет передаваться информация полезная, секретная. И эта информация, поймите одно, будет вас потом улучшать. Но если человек приезжает черствый, злой, поймите одно, я ему ничего дать не могу. Просто не могу. Потому что он слишком умный, и он не будет ничего делать. То есть преданные, последовательные, добрые, счастливые, жизнерадостные, герои, самые лучшие, самые неповторимые, неординарные. И кто хочет деньги не сразу, а со временем, потому что сразу деньги невозможно большие заработать, надо время. И вот сейчас мы ждем от вас информацию. Вам необходимо это будет выполнять. Также начните выполнять то, что я сейчас вам уже дал. Настроить робота, приглашать людей по своей ссылке, изучить, как трудиться в соцсетях. И остров — это, конечно, будет круто. Вот, потому что мы будем с вами обучаться
как зарабатывать деньги в интернете, как записывать видео, как делать платную и бесплатную рекламу. Поэтому прямо сейчас выходите на связь, количество мест ограничено. Вот так. Я вас всех люблю, вы самые лучшие. Я желаю каждому из вас больших успехов, достижений, потому что вы, поймите одно, невероятные звезды, которые будут сиять на планете Земля и улучшать жизнь своим сиянием, передавать людям что-то такое, знаете, будете необычное. Сегодня люди нуждаются в вас, нуждаются в вашей поддержке, в вашей мудрости, в вашей силе. Поэтому всех обнял. На связи с вами был ваш друг Андрей Шаура, президент Академии «Успех вместе», а также простой человек, который родился в Советском Союзе. Жили мы вчетвером в двухкомнатной хрущевке, по профессии обычный инженер, поэтому мы похожи друг на друга. И необходимо сегодня прийти завтра, 8 мая, 14:00 Москвы, плюс необходимо начать приглашать людей на завтра, плюс необходимо подать заявки на остров. Все, всем на связи, скидываю домашнее задание вниз, прямо сейчас это выполняйте и достигайте больших высот. Договорились?